Винкс. Винкс сражаются за спасение Солнца, а специалистам предстоит сразиться с темными гигантами, напавшими на Гординию. А звездочка знает, как превратить звездоедов обратно в люминов. Но люмины все еще боятся звездоедов. Только Блум может спасти их всех. Тень Валтера. Ну что же, Блум, кого ты выберешь? Родителей на Земле или друзей на Солнце? А можешь отдать мне силы Космикс и спасти их всех? Что такое? Разве ты не хочешь стать героем? Я уже побеждала тебя! Как тебе удалось вернуться? Я расскажу тебе историю. После того, как ты победила меня, часть моих жизненных сил еще оставалась в волшебной вселенной. Но однажды кто-то, недовольный своей жизнью, ослепленный яростью, призвал меня. Он сумел призвать мою энергию, и с помощью сил звезд он вернул мне мое тело. Взамен я одарил его своими темными силами. Ты знаешь его как Обскурума. Сначала я был очень слаб. Мне пришлось истощать свет звезд, чтобы выжить и вернуть себе силы. И я предложил ему сделку. Если он мне поможет, я сделаю его королем Люминии. Но кто же такой Обскурум? И почему он все это затеял? А ты подумай, кто может так сильно желать трона Дораны? Солнце погасло, и на Люминию тоже напали. Я должна что-то сделать, но что я могу? Сейчас ты уже ничего не можешь! Обскурум, что ты здесь делаешь и чего ты хочешь? Я пришел посмотреть на мой трон, Дорана. Спасибо, что хранила его для меня. Конечно, придется заменить его более царственным. Я же буду королем. Я не позволю тебе причинить боль люминам и уничтожить мой дом. Это и мой дом тоже, сестренка. Арген, как такое возможно? Почему ты это делаешь? Да потому что я устал вечно быть вторым. Всегда на стороне, всегда в твоей тени. Поэтому я сделал тень своей силой и объединился с Валтером. Мне все равно, как ты себя называешь. Ты все еще мой брат. Я думала, что потеряла тебя навсегда. Ты потеряла брата навсегда. Прошу, не надо. Послушай, нельзя доверять Валтеру. Он только использует тебя для своих целей. Ничего ты не знаешь. Он меня уважает, прислушивается к моим советам. Ну, иногда. Отвертку? Создавать искусственные ядра так сложно. С ее помощью мы сможем заменить разбитые ядра и спасти всю волшебную вселенную. Можешь это себе представить? Ребята, у нас проблема. Текна, что такое? Солнце погасло, и у него даже ядра не осталось. Нужно новое. Оно еще не готово. Но я могу прислать вам наше мини-ядро. Какое-то время оно будет работать. Сколько у нас есть времени? Нисколько! Ситуация вышла из-под контроля.
Я разберусь! Мини-ядро летит к вам со скоростью света! Бежим! Бежим отсюда! Я разберусь. Надо разделиться. Тимми, Брэндон, Гелия, разберитесь с монстрами. Некс, Ривен, эвакуируйте людей. Майк, Ванесса, держитесь рядом со мной. Все хорошо, вы в безопасности. А как же те огромные монстры? Ну, об этом мы пока не думали. Пузырь Морфикс! Жизненно необходим Земле! Надеюсь, Блум в безопасности, где бы она ни была. Наше оружие на них не действует. Надо спасти рабочих. Скорее! Быстрее! Залезайте. О, долго мы его так не удержим. Все выглядит безнадежно, верно, Блум? Не смей так говорить! Должен же быть способ! Ты предпочитаешь остаться здесь и смотреть? Я сказала, замолчи сейчас же! Ты готова жить в мире, где больше нет твоих родителей и друзей? Ладно, ты выиграл. Сила Космикс теперь твоя. Ты сделала верный выбор. Единственный выбор.
Надежда жизни на Земле. А как же девочки? Положись на меня. Конечно! Девочки, я здесь! Блум, ты в порядке? А где Валтер? Потом поговорим. Что же будет с Землей? И как же твои родители? Я не знаю, Муза, но если мы не сумеем зажечь солнце, нас ждет катастрофа. И это не считая темных гигантов, напавших на Гординию. Темных гигантов? Знаешь, лучше не объясняй. Почему Брэндон продолжает? Оружие на них не действует. Нельзя позволить им дойти до берега. Но если Винкс не вернут солнце, это все будет уже неважно. Ну все, теперь все серьезно. Смотри, фотонные детонаторы. Мощные! Давай я возьмусь за здорового, а ты за мерзкого. Брэндон, они оба... О, ну ладно. Лети! Дай угадаю, это последние фотонные детонаторы на корабле. Угадал. И они не помогли. Нужно больше света. Эй, ребята! Звездочка, что ты здесь делаешь? У меня для тебя подарок. Это от Блум. Спасибо. Получай, здоровяк! Один есть! Звездочка, нужно еще одно мини-ядро! О, нет! У меня было только одно ядро! Если гигант доберется до города, вся Гординия скоро будет уничтожена! О, давайте, Винкс, вы сможете! Не знаю, сколько я еще могу так продержаться! Давай, Флора, вместе мы справимся! Смотрите, кто успел в последний момент! Чтобы запустить ядро, надо наполнить его светом. Ясно. Значит, все вместе сосредоточьтесь. Получается! Доброе утро, солнце!
никогда не видел такого прекрасного рассвета. Забыл свой крем от солнца. Простите, просто пошутил. Спасибо, что спасли нас. Этот день рождения я не забуду никогда. Скажи мне, сестренка, каково это чувствовать себя беспомощной? Только подумай, так я чувствовал себя на протяжении долгих лет. Прости, я не знала, но я все исправлю. На Люминии будет два правителя, Арген, если ты этого хочешь. Я же говорил не называть меня этим именем! Аргена больше нет! Королева! Звездоеды победили! Нет, прошу, не надо! Зачем мне тебя слушать? Потому что ты мой брат! Потому что я люблю тебя! Я уверена, в тебе еще осталось добро! Видишь ли, Арген, свет всегда будет сильнее тени. Найди свет, который спрятан в тебе. Арген! Сестренка! Вы это видели? Да! Надо делать как королева! Пойдем обнимать звездоедов! Рада, что ты вернулся. Дарана, мне так стыдно за все, что я натворил. Ничего, я тоже была не права. Я не смогла ни выслушать, ни понять тебя. Но теперь все изменится. Начнем сначала. На Люминии может быть два равных правителя, как и на всех звездах волшебной вселенной. Вы просто герои! Вы спасли Гординию и моих родителей! Спасибо! Ну, а ты спасла Землю и Солнце! Боюсь, ты победила! Что ж, сегодняшний день выдался не таким идеальным, как мы его запланировали! Нашу вечеринку испортили непрошенные гости! Мне даже пришлось отменить свидание, которого я очень ждала. Так что я хочу посвятить эту песню Скайл. Пусть мы не смогли быть рядом, я чувствовала твое присутствие. Сколько пути нас ждет, все друзья со мной, только вот тебя мне не достает. Если ты рядом, я очень рада, нас не разлучит никакая беда. Я хочу взлететь, я готова петь, знаю, будем вместе с тобой всегда.
Не может быть. Сила Космикс отвергла меня. Должно быть, она почувствовала мою темную магию. А я истратил все силы, пытаясь поглотить Космикс и победить Винкс раз и навсегда. Без магии, совместимой с магией звезд, звезда желаний никогда не будет моей! У меня остался только один шанс. Найти кого-то с силой, похожей на Винкс, силой из того же источника. Кто возьмет звезду за меня? Выходите, мои старые друзья!